Это блокнот Волгограда и проект под названием «Сбросить лишнее». Как сейчас выглядит и чего ждут наши участники, узнаем буквально через мгновение. Ого, всем привет! Вот, пожалуйста, вот они. Стали есть чаще? Чаще. Так как вы похудели? Но меньше. Но меньше. Чаще, но меньше. Да. А скажите, рацион изменился? Конечно. А вы убрали что? Курицу жареную. Заменили чем? Курицей жареной. Овощами. Минус 7 килограмм! Виктория, скажите, вас дома бьют? Понимаете, Антон, с той стороны. Вас дома бьют? Ну, пожалуйста. Нет, вас дома бьют? Вы ответьте. Нет, я хожу на массаж. Не ешь? По-честному ела, пила, обедала. Все как надо. Все как надо? Не хитрила, да, не хитрила вообще. А как можно хитрить в этом деле, скажи мне? Можно было схитрить, фуросемид вчера выпить, например. Ну, конечно. Что вы готовы сегодня нам продемонстрировать? Я готова. Мышцы. Оу. Минус 33. Мы забыли поставить запятую. А порции как для голубя или все-таки как для гепарда? Ну, скажем так, уменьшились в два раза. Вы вместе все-таки завтракаете, обедаете, полничаете, ужинаете завтрак со своим супругом, который сбросил намного больше, чем вы? Ну, завтракаем нет, но я ему готовлю с вечера. То есть у нас все. 106. Помните, сколько было? 109. Вы сейчас про вес или про талию? Про талию. Просто снимаешь верхнюю одежду, и ты уже на 200 грамм меньше. Это будет в финале, если придет, надо будет. Ничего. Минус 3,1. Сантиметр аж? Ого, вот, подожди. Стройнее сантиметр? Да. Ого. Ее талия уменьшилась на... 1 сантиметр. Ёшкин кот, что происходит? Почему мы не меряем грудь? Говорят же, она тоже уменьшается. Это не надо для исследований. Мы хотели бы попросить сделать шажочек вперед Викторию. Мы приглашаем Тащилину Марину. Каштанову Марину, которая ведет прямой эфир и уже не ведет его, по всей видимости. Екатерину. Как вы думаете, почему мы вызвали именно вас сейчас сюда четверых? Ну, я думаю, меньше всех веса. Думаю, не в весе дело. Скажу честно, самый лучший результат, который поразил сегодня всех, это был не у Андрея, нет, друзья, хотя Андрей тоже молодец. Это была Екатерина. Поаплодируем. 5,88%. Молодец. Итак, самый худший результат – это Виктория у вас. Я вам говорил, бросайте своего массажиста. Чуть получше, но так же плохо, как у вас. Вы не поверите, у Марины. Какой? Ну что ты сразу интригу опять ломаешь-то, я не пойму. Ну, явно не у тебя, ты на третьей строчке. У вас. Как бы так. Скажи, что ты будешь делать для того, чтобы наверстать упущенное и догнать всех участников? Продолжать правильно питаться и заниматься. Ну, я не буду опускать руки. Ну, опять же, да, буду заниматься, продолжать. Все так же. Буду больше заниматься. Чем? Спортом.